Доброе утро, страна. Где мой малый шарик? Вон он. Да, это кровь. На пижамку капнула у него кровь. У него из носика вчера ночью кровь капнула. Да, вон она. На носочке и на пижамке. Мама постирает сегодня, солнышко. Хорошо? Постираю, мама. Вот мой малый шарик 8 часов проснулся, полчаса с мамой повалялись. Там нету больше крови, там нету солнышка. Да. Голова сейчас умываться. Хотя нет. Сперва я поставлю вариться кашу овсяную. Овсяную. Так уж быть. Или овсяную. Вот. Или овсяную. Неважно. Вот. И потом умоюсь. Мы с мамой, как же не хочется вставать. Нет. Всю ночь нормально не спала. То один ребенок. Мне, знаете, дети с одного бока на другой поворачиваются и кричат: а не во сне. Опа. Подгузник забери, солнышко. Иди выброси его. У меня помощник растет. Идем мусорку выбросим. Там ничего нету. Выбросишь? Солнышко, выброси, давай. Я жду. Ты же умеешь сам открывать. На. Бросай. Молодец. Закрывай дверь. Закрывай. Молодец. Какой ты молодец. Давай мама тебе банан даст. А что? Бананы? Это крупы всякие. Там крупы. Вчера разложился. Сейчас опа сделаю. Опа, это подними меня на руки. Это украшение для тортов. Куда ты встаешь, Зайра? Уронила? Когда я еще занималась выпечкой, я покупала это все. Это все съедобное, конечно, но им об этом знать не нужно. А, сюда хочешь засыпать? Ну, засыпь. Зайрашка, сядь, мамина. Зайрашка, солнышко, сядь. Солнышко, сядь. Вот так, да. Больше не вставай. Асланчик, мамина, ты так упадешь. Лерашка, ты готова? Аслан, ты готов? Что нашел? Покажи маме. Покажи маме, солнышко, что это? Это бумажка. Мама вчера распаковывала покупки. Бумажка. Это мусор. Мусор это, да. Надо выбросить, да. Все, пойдем, выходим уже. Выходим. Кто откроет дверь? Без 20:11. Это мы еще на улице будем гулять, 100%. Мамины туфли здесь. Мамины туфли там, мамин. Давай, выходим. Давай, каждый со своими игрушками какими-то. Так, вот мои туфли. Лифт работает, Аслан? Иди посмотри. Вызови лифт, солнышко. Не работает?
Нет. А ты вызвал его? Там. Нет, мы по лестнице не пойдем. Мы на лифте поедем. Мы поедем на лифте. А, ты же не вызвал его. Мамины солнышки. Вот, приехал лифт. Отойди, солнышко, от двери. Заходи. Зейра. Зейра, иди сюда. Вот такие вещи она начинает делать. Господи, у меня нервная система один прекрасный день не выдержит ее вот этих игр. Зейра. Быстрее давай. Молодец, привел сестренку. Молодец, сынок. Настолько умный у меня мальчик, он сразу понимает мамино настроение и пытается мне помочь. Он всегда ее пытается контролировать. Машалла. Ну куда ты села? Там не грязно? Пойдем. Пошли давай. Мы уже новую юбочку одели. Она чуть-чуть длинновата, конечно, но носить можно. Сейчас мама откроет дверь. Зейра, пошли, солнышко. Пойдем, вот опять он ее пытается забрать. Мусор, говорит ей. Угу, вот так. Оставь, солнышко, оставь мамин, пойдем. Все, это мусор. Пойдем, да. Оставь, мамина, оставь. Пойдем, солнышко. Зейра! Ты мамина, солнышко. Ты мамин помощник. Ты мое сокровище. Видишь, Зихрашка, какой у тебя заботливый братик. Какой он умничка. Какой он молодец. Аслан, да? Пойдем. Мои хорошие, навела я дома порядок. Я не помню, что я там до этого снимала. Отвела детей в детский сад. Сделала уборку. Позавтракала. И сейчас хочу выйти. Хочу пойти в тот магазин, в котором я была вчера. И покупала себе эти баночки-скляночки. Моя вчерашняя маска. Видите, да, в красной помаде. Кстати, надо ее выбросить уже. И вот это... Хочу кое-что поменять. Вот эти самые маленькие такие баночки, скляночки. Хочу поменять их на другие. Выгляжу я сегодня вот так. Вот моя рубашка, которую я вчера покупала. Можно ее носить как застегнутом, как расстегнутом виде, как накидку, просто как отдельно рубашку. Как вы хотите, так и носите. Как вам удобно. Мои джинсы дореволюционные, они реально. Вот правда... Нет-нет, молния спускаться стала. Не знаю, со временем, видимо. Они дореволюционные. Вот здесь 4 пуговки у них. Брала я их в Китае. Вот. Я их ношу, наверное, лет 5 точно. Вот я в своих джинсах и в белых кроссах. Вот такой вот у меня сегодня. И, конечно же, мой белый рюкзачок одно время очень-очень мною часто носимый, любимый. Вот так я выгляжу. Как вам сегодняшний мой образ? Мне комфортно, мне нравится такой образ. Раньше, живя в Дагестане, я себе вообще не представляю, чтобы я вот так вот вышла в город. Как-то, ну, там как-то платье, юбки, ну, джинсы я носила, конечно, но не такой, не с кроссовками. Как-то по-другому там все одевалось. Ладно, мои хорошие, выхожу. Сегодня нам еще к Зихрашке нужно пойти на контроль к невропатологу. Мы месяца 3 назад, по-моему, были. Вот так вот быстро время пролетает. И сегодня у нас опять контроль. Он посмотрит, что там у моей девочки. Кстати, сегодня у нас, по-моему, 13 или 14 ноября. Пятница. Погода просто суперская. Но в тенечке, конечно, прохладно, поэтому что-то теплое надо на себя одевать. Так, мои малыши уснули, сейчас час дня. Уснули. Я на обратном пути зайду сразу за Зихрашкой. Вот. Что хотела сказать.
У меня спрашивали, сколько стоит прием, например, у врача в Турции. Если вы идете в государственную клинику, то у вас должна быть страховка. У вас должна быть страховка, и вы идете в государственную клинику, поликлинику, точнее, больницу. Все это бесплатно. Страховка покрывает. Если вы идете в частную клинику, вот мы ходили в прошлый раз в частную клинику, там частично покрывает страховка. Страховка покрывает частично. И телефон чуть не уронила. Страховка покрывает частично, и прием стоил 90 лир у одного врача. Где-то полгода назад тот же самый врач принимал за 60 лир. Это подорожало. Вот. Если вы идете в частный кабинет, это совсем другое. Это не частная клиника, что часто путают даже те, кто живет в Турции. Меня спрашивают, ой, а мы ходим к частному врачу, и вот мы столько не платим. Если вы идете в частный кабинет, это не клиника, это кабинет просто одного врача. Он любую цену может поставить. Это от 500 лир и выше. Вот последний раз мы в частный кабинет ходили к глазному, к цифрашке. Там прием стоил, по-моему, 600 лир, если не ошибаюсь. Вот. Вот такие расценки. А, рука устала держаться. Ну, думаю, я как бы понятно объяснила. Кстати, у нас со вчерашнего дня в Турции запрет на курение в общественных местах. В общественных местах, то бишь на улице. На улице курить нельзя. Это сделано для того, чтобы люди ходили в масках. А то как бы держали в руках сигарету, якобы курят или курят, якобы только закурят, и без маски. Вот. А в кафе сидеть, курить можно. Получается, вот здесь вот столик ты сидишь, куришь, а вот здесь вот уже встала, нельзя курить. Чувствую, скоро и воду пить на улице запретят, чтобы маски не снимали. Вот такие вот у нас нововведения. Запрет не просто запрет, там за штрафом, как и за хождение без масок, по-моему, штраф 900 лир. То же самое, что и за хождение без масок. Вот такие вот у нас нововведения. Ничего хорошего. Я думала, этот бред быстро закончится. Но он, по-моему, все нарастает и нарастает. Что нас ждет в 2021 году, неизвестно. Кстати, по поводу коронавируса. Я никогда не говорю, что я в него не верю. Да, он есть. Так. Поверну-ка себе на себя. Да, он и есть коронавирус, конечно же, точно так же, как и все остальные вирусы. И мы вынуждены существовать с этим вирусом уже всю дальнейшую, оставшуюся нашу жизнь, он будет рядом с нами, он никуда не денется. И как мне любят говорить, вот кто-то заболеет из своих близких, вот тогда ты по-другому будешь пить. У меня только недавно переболела бабушка. Моей бабушке, она 40-го года рождения, сколько получается ей? 80 лет. 80 лет бабушки, у нее куча хронических заболеваний, куча просто. И у нее ветерок, если дунет, у нее бронхи постоянно. Она как раз болела, простыла и подцепила еще коронавирус. Поэтому, если моя бабушка с кучей хронических заболеваний, 80 лет спокойно, за неделю встала на ноги. Это человек, который не мог дышать уже. Ей было тяжело дышать. Но мы не паниковали, все нормально, с холодным умом и головой подошли ко всему этому. В самом начале, когда началась эта эпидемия, этот коронавирус, заболела моя кузина и ее бабушка, которой лет 90 точно. Они обе тоже выздоровели, как огурчики. Но это не значит, что нет умерших. Конечно, есть. Но точно так же, как всегда, были умершие и от простого гриппа. Каждый год умирали, мои хорошие, но об этом никогда не трубили, не говорили. Ты знаешь, у меня сосед умер от гриппа. Или у меня там на работе, у мамы, коллеги, тетя, соседка там умерла от коронавируса. От гриппа же не рассказывали так. А сейчас рассказывают, все, кто умирает, все умирают от коронавируса. Девочки, он есть, он и будет теперь всю жизнь, но как бы ходить все время в масках и прятаться, это бред. Это бред. Ладно, закрываюсь. У каждого свое мнение, как бы я высказала свое. Вы можете высказывать свое, без оскорблений. И дальше идем по улочкам нашего района. Ой, самолет летит. Сейчас Асланчик сказал бы «ся» и показал бы в небо.
А Зихрашка сделала бы... И вот так руками она делает. Мои малыши. Безумно скучаю по ним. Представляете, сегодня уже пятница. А я думала, сегодня четверг, завтра думала пятница. О, бугенвилле. Завтра думала пятница и думала, Асланчика не отведу в садик. Хотела с ним по магазинам игрушечным прогуляться, чтобы он выбрал игрушки, которые хочет сам. А то я сама все время что-то покупаю и не знаю, что нравится моему ребенку. Может, ему что-то особенное хочется. Вот. Ну, оказывается, суббота. Завтра мы пойдем в наше кафе, в котором мы всегда ходим каждую субботу после дневного сна. Ну, короче, все как обычно. Ничего нового. Папа должен приехать или сегодня, или завтра. Или сегодня ночью он приедет, или завтра вечером. Все, смотря там, какие у него дела и так далее. Так-с. Пешочком до этого магазина мне идти, наверное, минут 20. Ну, 10 из них я уже протопала. Я люблю ходить вот по таким улицам спокойным, не по шумным вот главным улицам, а вот где дома, райончики такие спальные. Таким люблю ходить. Вчера мне за все время моего хождения без маски первый раз сделал замечание мужчина мимо проходящий. Я как раз только взяла телефон в руки, хотела снимать, и он мне сказал: очень некрасиво, что вы без маски. Вот так он сделал мне замечание. Вот так вот, я, честно сказать, не растерялась, ответила, но потом пожалела, все-таки он старый человек был. Вот. Такое вот вчера со мной произошло. По-моему, я уже почти дошла до кошачьего парка. Ладно, закрываюсь, мои хорошие, не буду я все снимать, в принципе. Присела попить чая вот в таком вот месте. Я раньше часто здесь пила чай, но хозяева, арендаторы, скорее всего, были другие. Сейчас поменялись. А я думала, знаете, что здесь будет забито, так как на улице нельзя курить, а в таких местах можно. Здесь всегда бывало много сидящих, курящих, пьющих чай. Ну, сегодня мало народа. Люди как курили на улицах, так и курят. А по дороге я видела полицейских, которые штрафуют. Ну, штрафуют они или нет, не знаю, но видела, что они там останавливали, там разъяснительные беседы вели. Попью чай и сразу за Зихрашкой. Кстати, я поменяла то, что я хотела поменять. Поменяла, я взяла вот такие вот еще. И большую еще взяла, две штуки баночки. Иду я через кошачий парк. Окошек-то и не видать. После реставрации, после ремонта здесь так маловато что-то их. А как пахнет земля. От фонтана брызгают капли? Или здесь поливали, что ли? Поливали, скорее всего, потому что вот здесь тоже мокро. Земля и трава вместе. Хорошо, что вот эти вот кокульки, которые здесь везде, они не пахнут. О. Кисик нет. Домики для кисик есть, а кисик нет. А вон она одна. Кися, ты спишь, лежишь, отдыхаешь? Ты там одна? Не видно. Не буду беспокоить кисику.
Все, я иду домой. Сперва отнесу пакет, а потом заберу Зихрашку, когда она проснется, потому что сейчас она спит. Я рано возвращаюсь, получается. Я думала, к 3 прям вернусь, и как раз ее к этому времени разбудят. А я только чай попила и возвращаюсь. Не стала ходить гулять, потому что если я начну ходить гулять, я обязательно зайду в какой-нибудь магазин очередной. А вот и киски. Всем хорошего настроения, мои хорошие. И хорошей погоды. Ох, что это за цветочки, интересно? Не слушаешься, да, мама? Ты? Не слушаешься? Вообще не слушается. Бегает туда-сюда. Ты пошла, да? Все? Вот, молодец. Села, да, ты? Умничка. Все. Прям под цвет своего плащика выбралась. Где? Вот я потерпела. Где? Да. Там, 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 там. Болтушка. На кого ты так смотришь? А где Зигра? Где Зигра? А, вот она! Где Зиграшка? Ой, стукнулась! Иди поцелуй, иди поцелуй. Иди, я тебя поцелую. Иди поцелуй, иди поцелуй. Вот так, все. Все прошло сразу от маминого поцелуя. Вот бы всегда эти поцелуи помогали. Где Зиграшка? Где Зигра? Вот, ну что ты все время стукаешься? Да поцелуй, да поцелуй, да поцелуй. Все, прошло? А где Зайрашка? Где, 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 где? Нету. Вот она. Нету. Где Зайрашка? Ты голову туда не прячь, Зайра. Ты что, легла, что ли, там, Зира? Вставай. Иди сюда. Иди сюда. Быстро, 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 быстро садись, быстро. Быстро садись.